Привіт! З вами знову Валерій Кришин. Сьогодні ми проваджаємо в далеку дорогу Аню Гречишкіну, першу українку, яка збирається здійснити навколосвітню мандрівку на мотоциклі. Її подорож буде тривати майже 2 роки. Скажи, страшно? Так. А чого боїшся більше за це? Боюсь того, що я буду дуже скучати по родині. І все? А все остальное можна вже преодолеть, решить. Одне дело, там, боюсь упасть, боюсь там заразиться чем-то. По образованию я переводчик и HR-менеджер, менеджер по управлению персоналом. Работала и в банке, и в благотворительном фонде в борьбе с ВИЧ-СПИД. Вот. Но потом поняла, что я в душе все-таки путешественник и хочу этим заниматься. Не скрою, что мы составляли маршрут таким образом, чтобы он был наиболее безопасный, наиболее простой, насколько это вообще возможно в рамках кругосветки. После этого до Владивостока, оттуда на пароме Южная Корея, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, Австралия, дальше Северная Америка, Центральная, Южная, оттуда перетала в Африку, в ЮАР, по восточной части, север, а там Европа уже. То есть все материки, кроме Африки. Руководство украинского КТМ очень заинтересовались моим проектом и всячески способствовали тому, чтобы австрийский центральный офис КТМ тоже в этом проекте заинтересовался. Поэтому сейчас могу сказать, что именно австрийский центральный офис КТМ является моими официальными партнерами. У меня есть свой сайт ihaveadream.com.ua, также во всех соцсетях. У меня есть страница на Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере. Кроме того, у меня партнеров интернет-ресурс-обозреватель, также будет спецпроект, посвященный моему путешествию. Ну и также периодически новости, я думаю, в прессе, в телевидении также будут появляться, поэтому я уж точно не потеряюсь. Good luck, my friend. Спасибо большое. Хай тебе все збувається, щоб ти повернулася жива і здорова, ми тебе будемо чекати. Спасибо. Ты не хочешь, ты не хочешь.